Пешеходный мост у гостиницы «Турист» наконец открыт для горожан. Напомним, в январе этого года произошел обрыв одного из четырех несущих тросов, после чего для безопасности горожан мост перекрыли. На сегодняшний день оборвавшийся трос заменили на новый, впрочем, как и остальные три. Также поменяли дощатый настил моста и другие механизмы и опоры, требовавшие профилактики. В мае будет произведен косметический ремонт сооружения, и ко дню города мост предстанет во всей своей красе.